Вот, и поэтому я сейчас сразу вам представлю. У нас сегодня присутствуют, вы видели, наверное, что цыганки уже есть. Между прочим, золотить ручку никто не запрещал. Танцевать в душе на стульях, на столах. Не знаю, если Каспер позволит. А, замечательный ансамбль цыганского и восточного танца «Экспромт». Вот. Не постесняюсь представить боевых товарищей Илью и Андрея. Те, кто не знает, это, а знают все, это группа Фома Егорыч. Фома Егорыч, можно сказать, Ашую, Илья Одесную. А ну давай, черноголовый. Потому что дальше при... Кстати, подтанцовывать-то и подпевать-то никто же не запрещал же. Ну уже. Цыгане-то в зале есть, кроме нас. И весь зал хором ответил. Да. Следующая песня. Я не знаю, она, наверное, цыганская, но вообще она русская. Потому что как же Есенин, цыгане. По некоторым слухам ее музыку написал. Не так давно, в 60-х годах, в «Крынке персиков», он же Элла Костенлевоген. Подтанцовывайте, подпевайте, слова знают все. Клён, ты мой опавший, клён заледенел. Под метелью белой или что увидел, или что услышал, будто с деревню погулять ты вышел. Не дойду.
погибал березку, сам себе казался я таким же клёном. Только не опасный, а вовсю зеленый. Под летелью белой. Ай, молодцы, чьи на голове. Следующая очень грустная песня на иностранном народном языке, как обычно. А, где же вы? Где же вы, цыгане? Ха!